нравится, потому что они все время не одинаковые, они все время разные, по-своему интересные. Тренировки главное – это выполнение задач, слушать тренера и главное, чтобы был дух. Давно хотел вернуться в спорт, искал вот именно то место, где будет атмосфера, дух, так сказать, сильный, сильная энергетика. И вот я нашел то место и с большим удовольствием тренируюсь, привел сына сегодня с собой. Много кто приходит с нуля, от слова совсем. Они не умеют ни ручки держать, ни ножки, ничего не понимают. Но когда человек старается. И он слышит. Поэтому очень за месяц, за два хоть что-то можно уже научить. Уже есть первые результаты, уже смотришь такой, блин, я, значит, не зря это все делаю, и мы не зря стараемся.